И угадайте что? Ну, естественно, еще парочка геймплея, блядь, опять-таки, от какого-то манки-флопа, манки-фопа, в общем, фапа. Вообще похуй, кто он, короче, неважно, откуда я это взял. Лишь бы просто, короче, посмотреть эту хуйню. Чего я, в принципе, и сделать хочу. Такой типа, знаешь, пришел такой типа где-то влез в пизду карты, такой нашел след, наклоняешься посмотреть, что за след, блядь, и потом такой кто-то кричит: «Эй, ты!» Ты такой поворачиваешься, а там владелец следа, и ты такой: «Чё? Чё? Как он здесь оказался? Как? Что?» И вообще логика, то есть вы просто представьте, ловушка, блядь, где-то, ну вот просто представьте себе огромный лес. Ну, я думаю, любой человек может вообразить себе огромный лес. Огромный лес, прям пиздец, тайга, да? Прям, чтобы просто, если ты туда зайдешь, ты оттуда уже не выйдешь. Вот представили, да? Вот представьте, что где-то в этом лесу есть след. Вот, ну вот, блядь, вот этом охуенном огромном лесу есть маленький-маленький такой след. Вот если вы его найдете, начнется миссия. Вот это примерно так я себе это представляю. Охотник на крыс. Охуенно у него кликуха, кстати. Но вообще написано «Преследуйте и победите». То есть он, по идее, должен убегать, но сейчас он просто ловит стрелы в спину. Но это совсем другой разговор. По идее, должен убегать, насколько я понял. Ну да, ну да, да. Ну и бегает он относительно не быстро. Ебать, он видели, как он ступеньку переступил? Тяжело, пиздец. Будто ему лет 80. На самом деле, по-моему... Вау, он увернулся. На самом деле, это, по-моему, последний обновленный Shadow of War ролик. По-моему, я там больше не видел. Но не факт, не факт. Пока будет заливаться этот ролик, во сколько его делаю? Я его делаю в 5:32. 17:32. И просто посмотрите, по времени YouTube стал меня последним временем так динамить, что пиздец. Первые ролики минут за 5 грузились, а теперь прям, блядь, сидишь и ждешь там 40 минут. Нихуя себе! Ты идиот! Я вел этого придурка в засаду, а ты ее сломал! Ну, типа разрушил. Теперь ты сдохнешь за это. Блять, охуеть, он уворачивается, пиздец, какого хуя? Мне это не нравится, не уворачивайся, получай пизды. Кстати, видите, полоска, ну типа, мощи, она за каждый промах отбавляется, то есть она не сразу скидывается вся, а просто отбавляется. Вот смотрите, он типа сейчас бьет, 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 потом он промахивается, отбавляется чуть-чуть, еще раз промахивается, еще чуть-чуть, так по четверти поотбавляется и все. У тебя нету стрел. Ну да. Куда ты побежал? Что он делает? А, стрелы, блядь, я их не увидел. Охуеть, типа сам не можешь пиздить? Перебежал к засаде, да, уёбок? Нихуя их тут пиздец. Как-то даже многовато, я бы сказал. Он уворачивается, это нечестно, он не должен уворачиваться. Получи пизды! Это как будто играешь в какую-то типа XCOM, да? Это типа в упор к пришельцу стоишь, а там, блядь, 95% и ты промахиваешься. Вот примерно та же ситуация. Куда он убегает? Арбалетчики по друг другу стреляют. Не, ну типа я ж не пизжу, смотрите сами, нихуя себе, а то подумайте, что я еще пизжу. Смотрите, вот. Вот этот арбалетчик, вот он, смотрите на него, сзади в крысу ему в спину. Он отступает, короче. Пошло оно в жопу. А теперь он быстро бегает, значит, да? Ауч. А все, хватит, хватит, он сдается.
А почему бы не применить боевое истощение? У тебя же есть казнь доступная, ну типа мощь. Непонятно, непонятно. Очень, очень сложная махинация. Он бежит за мной, сделайте что-нибудь, дебилы! Ну, они сделают, они будут стоять. Нихуя он по прямой чешет, просто посмотрите, ничего себе. Да стой ты уже, блядь! Хватит! Там капитан! Там еще один капитан. На карте, ну, если верить карте, конечно. Да, блядь, да хватит бегать, да пиздец, Shadow Strike, заебал, чё ты, блядь, боже. Наконец-то, ёб твою, я думал, никогда не закончится. Нахрена ты его вообще убил бы, да и всё, зачем он тебе, сейчас зарекрутит, да? Пиздец. Команд, команд, я хочу команд. Ну уже, пожалуйста, ну блять, хоть в одном геймплее. Это что? Ёб твою мать, наконец-то, пиздец. Команда... Бла-бла-бла, что-то там было. Килл. Засада, засада. Чё недоступна засада, я не понимаю. Чё не... Чё? Чё она пишет недоступна? The Nemesis mission cannot accept any more ambushes and reinforcements. Типа, блядь, он уже выполняет задание, и, типа, его нельзя поймать в засаду. А может, просто он неизведан, хотя так бы и писалось. Не может принять больше засад или подкреплений. Nemesis mission. This Nemesis mission. То есть, типа, может, ходов нету, я не знаю. А почему тогда на других капитанах пишется kill? Ну, то есть, как-то странно. Может, типа, надо, чтобы у вражеского капитана был ход? Ну, типа, у двоих, чтобы были ходы. Плюс 11 уровней? За что? За... Нихуя себе, за победу? Нихуя себе, плюс 11 уровней? Ребята, 27 плюс 11, сколько? 30... Не, чё он, 17-го. 29, 28, нихуя себе. 28 уровней. Нихуя себе. За одну миссию! Это что за хуйня? Чё так апает жестко? А, блядь, нихуя себе. Это за 3 миссии, если так посчитать, 11, 33 уровня, нихуя себе. За 3 миссии. Не, мне кажется, тут что-то не то, блядь. Какой-то бред вообще. Нихуя себе их апает. Или это Талиону? Да нет, смысл Талиону, нихуя себе, 11 уровней Талион. По-любому капитану, но, блядь, нихуя себе. Ну и в итоге он, короче, побежит на крепость, да? Ну, блядь, пиздец, как всегда. Я где-то такое уже видел. Тут уже все куплено. Один вождь сдох. Нихуя себе его. Может его так апнет, потому что он бомж? Но я не знаю тогда, почему так. Наверное, из-за того, что он типа слабый, его так апнет. Ну, блядь, 11 уровней, ничего себе, блядь. Типа, я знаю, что в этот раз у тебя получится. Видимо, он уже пытался захватить эту крепость, и он говорит, типа, в прошлый раз у тебя не очень получилось. Но ты не думай, что удача тебя бросила. Может быть, получится на этот раз. Бля, нихуя себе, вот это меня сейчас просто грызет. Моя жадная душа... А моя не жадная душа, да?
Блять, опять этот имперский шлем пошел нахуй. Короче, я просто не могу понять, почему оно так жестко апает. 11 уровней. Ёб твою мать, ничего себе. За одну победу. Там что-то не то, ребята, там что-то не то. Надо... Ничего, что за хуйня? Почему так жестко апает? Там какая-то по-любому хуйня замешана, я уверен, просто 100%. О, арбалеты, ну, блядь, пиздец, сквозь эти, ну, это бывает, это, блядь, охуеть, блядь, охуеть. Ой, блядь, это пиздец. Просто его простреливает. Он просто выпрыгнул. Он такой, ну, нахер, я ливаю. Блядь, просто вообще какая-то дичь. Че у него меч постоянно светится? Это какая-то хрень. Он же, блядь, не успел, блядь, ударить, так а он сразу засветился. Или я что-то пропустил? Да нет. Вроде он только добежал до крепости, да и все. Не, он, видимо, может, читы включил, может быть. А может, это вещи у него так жестко набирают. Бля, напишите мне в комментариях, кто из вас там умный, блядь. Я просто не понимаю, почему так жестко, ну, блядь, левелит. Кто-то, ну, напишите свои, так сказать, мнения, свои идеи. Как это может происходить? Почему? Почему оно так... Блядь, нихуя себе, плюс 11 уровней за одну миссию. Чё это за хуйня? Там написано было follower reward, то есть типа награда для последователя. То есть я бы понял, если бы для Талиона. Может быть, их апает так жестко, я думаю, вот, ну, это лично моя идея. Я думаю, что их апает так жестко из-за того, что типа все другие high level, а он бомжара, и типа игра решила, ну, как-то ему типа помочь. Ну просто я не понимаю тогда, из-за чего, ну, блядь, нихуя себе такой жесткий баф. Плюс 11, это даже как-то пиздец. Опять Wordmaster, пиздец, одни и те же имена. Чё он стоит? А. О, Келембрибор только что сказал, только один вождь остался. Ничего себе. Озвучка есть. Блядь, ничего себе. Меня как-то даже стремает. Я теперь сижу, блядь, расквашенный в говно. Я думаю, почему? Из-за чего такой баф идет? Ебать, видео дойдет до конца, я промотаю опять на тот момент. Я не знаю почему, но, блядь, я хочу разобраться в этом говне. Да сколько можно убивать, блядь, наших олахаев? Хотя не, вот этого убиваю, я согласен. На других хватит. Хотя они были... Тарк Слэйр. Пиздец. Что это было его, блядь, вы видели? На вот этого орка посмотрите. Он что-то швырнул куда-то в никуда просто. Вообще. Чё он швырнул? Ножи типа? Ну, он типа нас спас, да. Будем думать, что он нас спас.
А вообще я не советую заводить капитанов, у которых нет какой-либо ярости, которую можно активировать на поле боя. Потому что, блядь, иначе их могут размазать в говно. А дракона нельзя казнить? Просто интересно. Не, только не надо, не надо его этот захватывать. Ну он зарекрутит, я знаю, он же, блядь, все ж бомжи. Ну, блядь, пиздец, так интересно рекрутить каждого бомжа подряд. Ого. Убить его кто-нибудь, у него минималка, он броукен, пожалуйста. Блядь, да вот ты гонишь, убей его. А я думал, дракон ему голову откусит. Ну вот этого, да. Не, ну... Вот этого, да, потому что он, во-первых, что щитовик, а во-вторых, он слэйер. Щитовики живут дольше, а слэйеры казнят пиздато. Ну и быстрее, там с половины хп. Если все другие казнят там, когда хп почти не остается, то слэйеры казнят с половины хп. Они жесткие. Но вообще меня как-то напрягло тот факт, конечно. Я сейчас, блядь, ну может я чего-то не развидел. А может это какая-то миссия, типа, уникальная вот это была, кэмп рейд, типа, налет на лагерь, типа. Может это только она так дает? Ну потому что я помню, мы смотрели с вами обзор, типа, на арену, ну вот эту, типа, бойню, да, вот это, там, где они выходят один на один и хуярятся, типа, кинематографично. То там давало 3 уровня при победе, а здесь 11. Это, ёб твою, нихуя себе, аж 11, блядь. Я как-то до сих пор в шоке немного. Просто 9 уровней. Наша мина? Чё? Как она здесь оказалась? Окей. Белые такие камни. Вставки, прикольно. Почему здесь всегда так темно, пиздец? Нет, чтобы окна сделать, я не знаю. Вы что, света боитесь, чешо? Хотя вроде окна есть. А, это огненные, блядь. Ладно. Кем ты себя возомнил? А ну подходи. Такой типа опасный, да? Иди сюда, иди сюда. Тебе, блядь, твои зубы, блядь, в горло засуну. Да, это, конечно, пиздец, пиздец, пиздец. Я даже на паузу поставил, блядь, еще раз тот момент посмотрел, но нихуя. Нихуя так и не понял, почему. Как-то, блядь, все странно, все очень странно. Что такое слоу-моу? Я не понимаю. Типа какой-то эффект, типа одежды или скилла. Типа... Там какой-то шанс перед получением урона включить слоу-моу и уклониться, я не понимаю. Бля, мы отравлены, хуёво. Проклят это все. Это проклятый огонь, а, ёпта, я думал, чё он такой странный? А я думал, он проиграет, прикольно было бы. Ну, точнее, в кавычках, конечно. Два Олахая,
Я уж думал, почему никто не пользуется призывом? Я не понимаю, это блядь, какой-то стереотип сражаться с оверлордом один на один? У тебя призыв есть Карагора и, блядь, какого-то бомжа. Так воспользуйся этим, дебил. Ой, блядь, он сдох, пиздец. Зука, аватар, блядь, легенда об Аанге. Какого хера он левелап получил? Он же ничего не делал. Тупо стоял. Сейчас он, походу, опять побежит туда, в крепость. Уже ночка. Ночью играть лучше. Чисто эстетически. А чё не было интерфейса? Вообще никакого. Просто старт и бэк. Ага, то потому что сразу оверлорд идет. И это все не важно. Ты опять пришел? Ну привет. Следопыт вошел в мою комнату еще раз. Еще одна попытка, блядь, захватить мой форт. Типа не вступи в лужу своей крови, которую ты оставил в прошлый раз. Почему Талион молчит вообще иногда? Просто странно. И почему меч светится? Комбо же никаких не было. Какого хера у него уже мощь есть? Это читы? Так, стоп. Блять. После этого геймплея у меня сломается все знание об игре. Мне нужно как-то забыть, просто не думать и молча все, блять, комментировать и все. Я нахуй не. Я не хочу думать, все. Я забью хуй на это. Чего я еще ожидал от обзора обезьяны какой-то, блядь? Monkey Fo, блядь. Monkey Fab. Пиздец. Чего я еще ожидал? Классно он на шпагат сел. Я оценил. Предлагаю напасть. Оверлорд стоит сам вообще. В стороне где-то. Ах, падла. Ого, одновременно. Так, заебись, я просто отходил. Бывает. Бывает. Жаль, Лохая нельзя притянуть к себе сюда наверх. Было бы охуенно. Зачем он столько стрел в одного чувака выпустил? Они реально его ищут? Может, здесь можно стелсить? Хотя его уже нашли.
Да блядь, чё ж ты здесь, сука? Ты что, спрыгнуть не умеешь или что? У него мощь вообще не проходит, то есть она не скидывается сама. То есть полоска мощи у него вообще не скидывается. А почему призыв недоступен? Он же был доступен. Какая-то хуйня. Угу. Ты что, себя воином вообразил, чи что? Твое место на крыше, ублюдок. ХП хилится просто вообще у него дохуя. Бля, ну ребят, он так никогда не пройдет эту крепость, это просто пиздец. А, так он еще и сдохнет, да? Ну вот заебись. Сколько он раз будет пытаться ее захватить? Да нельзя притянуть Олахаев. Он же сильно тяжелый. Вот это слоу-моу, что это такое вообще? Что такое слоу-моу идет? Это типа режим для даунов или что? Нихуя себе! Это что-то новенькое. Ауч! Ой, все, ГГ. Хотя стоп, он же просто, блядь, сбил с ног и все. Смысл? What the fuck вообще? Ни хрена себе ярость. Охренеть, вот это перепрыгивание вообще. О, нашел эту кнопку. Точнее, кнопки.
Да блин, это проклятие, это заебало уже вообще. Охуеть. Тридцать первый. Ничего себе. И у него стадо без берсерков. Интересно, блядь, нахуя? Арбалетчик? Ну ладно. Блин, вот это дежавю просто заебало уже несколько вообще. А чё он не прокачался? Он же типа выжил в бою против нас. Тоже непонятно. То качается, то не качается. Включай уже читы, блядь, если не можешь пройти, заебал. Какие же инвалиды все-таки существуют в этой вселенной? Наконец-то он его продамажил. Ёпта, я даже не верю. Ничего себе, он иммьюн к экзекьюшн. Ауч! Вот он просто давит и все. А, это ХП снимает, ничего себе. Хотя, стоп, вроде нет, а вроде да. Даже если снимает, то вообще незаметно. Успел. Чё это такое? Это просто крик. Или это пыль какая-то? Волшебная пыльца. Сорта. Свежее дыхание. Колгейт, короче. Лакалут. Я помню эту рекламу с негром, это пиздец. Да хватит уже, блядь, прыгать. Его ж нельзя перепрыгнуть. Не, ну его можно перепрыгнуть замороженным. Но это совсем другое. Не, ну он неплохой воин, я признаю. Хотя, мне кажется, это не Олок сильный, а чувак Ракал вообще полнейший просто. Чему он не использует стрелы тогда? Заметьте, а полоска ХП Оверлорда, вот эта, которая слева вверху, она опять заглючила. Стоп, Талин же не может использовать силы. Чё за хуйня? Стоп.
Он же проклят. Как он использует силы Келебримбора? What the fuck вообще? Не, не успеешь. Не-не-не. Используй, что ли, блядь? Перебей всех стрелами, да, захвати его. Лучники мешают, лучники. Арбалетчики. Ой, бля. Не, это не дамажит вообще. Вообще не дамажит. Я прочекал только что, оно вообще не дамажит. Зачем тогда нужен этот удар? Типа просто скинуть, я не понимаю. А смысл скинуть, если это не дамажит? Чтобы, наверное, нанести потом удары, но хуй знает. Куда побежал наш чел? Он просто куда-то убегает. А, он в кого-то стреляет. Ну зачем тебе стрелы, Боже, какой он тупой, это пиздец. Такие тупые геймплеи, мне надо готовиться заранее, короче. Пить кофе там, блядь, не знаю, шоколадку, конфеты взять. Меня это бесит очень сильно. Вы даже не представляете. Не, ну это реально такой тупой чел. Он даже захилился уже, пиздец. По чуть-чуть. А заряжать выстрелы тебя не учили? О, ты смотри. Что он делает? А, он пытался заставить стрелять. Он сейчас его выбросит. Охуенно. Там еще один вылез, да? Они же спавнятся. Б, а не А надо было нажать. Зачем он его перелезает, когда он за спиной? Это бесполезно. Зачем этот удар? Вообще не понимаю. Может, это типа часть какого-то комбо? Да, блядь, сколько это может продать? Блядь, заряжай выстрелы, дебил. Мощный выстрел с юзой. У тебя же он есть. Ну, был, по крайней мере. Видите, по сторонам экрана сразу дым такой начинает идти, типа... Проклятие. Ну приручи его, никого же нет. Наконец. Он будто меня услышал. Откуда? Чё? Это чё? А, блядь, это пот. Хватит уже меня таранить, заебал. Казни щитовика просто и, блядь, приручи этого пидораса. О!
Может, мне с ним общаться через спутник? Я просто говорю, он делает. Он опять захилился. Как так? Все, приручай, никого нету. Наконец-то это закончилось. Я уж думал, это никогда не закончится. Господи, блядь. Я думал, это в натуре не закончится никогда. Просто, блядь, никогда. Как-то первый раз было интересно, второй еще кое-куда, но третий раз, когда он уже пришел, я такой, блядь, да убей ты его уже наконец. В смысле? Того же самого? Не-не-не, он не заслужил. Покажи хотя бы, что за способности, что он такой имбовитый. Ну, конечно. Вам же похуй. Дебилы, блядь. И эти люди, ну, блядь, как они вообще могут называть себя обзорщиками какими-то, если они... Ну, ладно, хуй с вами. Вы видели, там чел связанный был? Воу. Что он там делает? Что он связанный? Тридцать первый уровень. Дуэль. Паркур. Этим, по этим трубам можно лазить? А внутрь... А, ну да, там нету дырки. Эпично, эпично, конечно. Что он делает? Вот здесь, по идее, Грауга держит в таких клетках. Только как они его туда загоняют, они что на... Гляньте, рабы, рабы в натуре. Теперь не рабы, а вот эти типа урук... Вау! Нихуя себе. Видите, они помечены специальной меткой на лбу. Гляньте, он близко проходил, я ее заметил. Вот, у них метка на лбу, типа, что они рабы, короче, они ебашат. Нихуя себе. Ну, блядь, слава богу, хоть не люди. Хоть не приходится их постоянно спасать. Хотя они потом убегают, их все равно карагоры разрываются. Ну, я их типа спас, да. Не-не-не, только не эту миссию, я ебал. Хватит. Давайте... О, охота на Грауга. Прикольно. Ну или монумент. Давай монумент тогда. Ладно. Все равно лучше, чем та миссия. Интересно, не исправили в бете летящий топор? Он же летел криво. Хотя, думаю, всем похуй, на самом деле, кроме меня. Не, ну паркур здесь, конечно, очень красивый. Это прям пиздец. Даблджампом допрыгнешь. Двойным прыжком, дебил. Господи, инвалид, просто инвалид. Стоп, я проверю. Вроде нормально. Не, по-моему... Не, ну он его швырнул. Как-то все быстро проходит, не видно.
Ну, топор, в общем, да, он сразу там оказывается. Ну, ладно, хоть с ним. Но он хотя бы не криво летит, хотя с такого ракурса это не видно. Лучше не освобождать их, блядь, но они же вражеские. И зачем? Пиздец, дебил. Хватит бить своих. Он бы все равно сдох. Тут целая крепость наших воинов. Рабы идут пахать, короче, с кирками такие. Бревна несут, или мясо, или что это было. Вообще похуй. Рабы дерутся, короче, и выранивают гемки. Они такие, о, оп, у него уже броня появилась. Прикольно. А, рабы вражеские, блядь, ёпта, я чё-то проебал. Это вражеские рабы, и они срослись. Да, это близнецы. Но это не важно. Но второй не будет драться, он будет убегать. Ему же нечем драться. Хотя вот у него уже появилась броня. Сейчас он меч, да, достанет откуда-то. Ну ладно, это уже к такому странному приёбываюсь. Судя по имени, это чувак со щитом. Опять засада какая-то, да? А, не. Ничего себе, прикольно. Типа выследить. Ну беги уже, блядь. Судя по имени, чувак со щитом. Вау. Чё их тут двое вообще? Блять, заряжать их надо, пиздец. Зажать кнопку надо. А второй щитовик с огненным оружием. Вообще. Что такое? Прикольно прокачался, да? Наугад вообще. Ух ты! Нихуя себе. Капкан, блядь. Ну и короче, он убежит. Вот такое вот говнецо.
потому что ёбаный рокал, и который расстроил меня по полной программе. У меня только как-то отпало желание на сегодня что-то делать от этого уебана, блядь. Monkey Fappa, блядь. Животное, сука. В зоопарке, блядь, откопали и дали ему геймпад, сука. На, играй, блядь. Обозревай, сука. В общем, ребят, время сколько? Время 18:24. Я, если найду, то еще, наверное, что-то задью, но уже не сегодня, честно, я что-то расстроен, реально. Посмотрим, сколько YouTube даст мне времени на заливку этого видео. Сколько оно вообще будет заливаться, по идее. Будет заливаться, ну, блядь, 50 минут, я думаю, где-то, ну, минут 40, если по-нормальному, минут 40. А так не знаю. В общем, ждите инфы. Да, вот так вот.